Как заготовить калину на зиму, чтобы она сохранила максимум своей пользы? Калина является одной из самых полезных ягод, но ее нужно уметь правильно собирать и заготавливать. Слишком рано сорванные ягоды будут горькими, но даже здесь есть простой способ, который поможет избавиться от этого привкуса. Рецепты заготовки калины. Ягоды калины содержат важнейшие витамины С, А, Е, В, 6. К тому же содержание витамина С в них больше, чем в лимоне. Именно поэтому ягоды так необходимы зимой, в сезон простуд и гриппа. Если кто-то в семье заболеет, калина всегда придет на помощь, поможет быстро поставить больного ногами, повысит иммунитет всех членов семьи. Она делится рецептами заготовки калины на зиму. Витаминный состав хранится даже в переработанной или сушеной ягоде. Поэтому воспользуйтесь моими советами и приготовьте для себя полезные, вкусные заготовки из калины. Тогда вам и вашим домашним не будет страшна никакая простуда. Чтобы ягоды не горчили, сбор следует проводить после первых заморозков. Если холодов еще нет, то можно собрать калину и поместить ее на 1 час в морозилку. Тогда ягоды приобретают сладкий вкус. Как заморозить ягоды? Промойте калину, выложите на бумажное полотенце, чтобы сошла вода. Тогда оборвите ягоды от веточек и выложите на тарелку. Поместите в морозилку на 1 час. Затем переложите калину в пакеты с зип-замком. Зимой из этого можно готовить компоты, морс. Как перетереть с сахаром? Промытые и просушенные ягоды перекрутите в блендере. На 1 кг калины постепенно прибавьте 1 кг сахара. Все вместе перетрите. Выложите в полулитровые стерилизованные банки, но еще надо оставить немного места для сахара, которым нужно засыпать вверх. Так воздух не будет попадать в калину и она не испортится. На это еще может пойти треть или полок. Вина килограмма сахара. Банки закройте капроновыми крышками. Калина с лимоном и сахаром. На 2 стакана перетертых ягод возьмите 3 стакана сахара и добавьте натертый лимон без цедры. Все выложите в стерильные банки и вверх засыпьте сахаром, как в предыдущем рецепте. Как заморозить сок калины? Протрите ягоды и процедите сок. Заморозьте его в пластиковых контейнерах. Зимой его можно добавлять в чай с медом и лимоном.